Здравствуйте, меня зовут Оливер Стоун. Когда я был маленьким мальчиком, я жил в Нью-Йорке. Я думал, что получил хорошее образование. Я углубленно изучал историю, в частности, историю США. Все казалось понятно. Мы считали себя спасителями мира и были уверены, что мы хорошие парни. С тех пор я много путешествовал по миру, снял много фильмов, в том числе исторических, и узнал гораздо больше, чем знал раньше. Когда мои дети рассказали мне о том, что они изучают в школе, я был поражен тем, что они получают о мире не более правдивое представление, чем то, которое получал я. Я бы хотел, чтобы у моих детей был шанс заглянуть за пределы того, что я называю тиранией настоящего времени. Все говорят об одном и том же, о главных новостях часа, но те вещи, которые действительно важны, и находятся в подсознании общества, игнорируются. Мы с коллегами хотели снять не еще один художественный фильм, а рассказать американскую историю так, как ее еще не рассказывали. Нерассказанная история Соединенных Штатов Америки. Фильм Оливера Стоуна.